Привет! Сегодня готовим необычный блинчик или даже пирог. Даже не знаю, как правильно назвать это блюдо. Знакомьтесь, Dutch Baby. Рецепт был придуман в Америке. Это, по сути, обычный блин, который запекается в духовке. Готовить этот блинчик мы будем с нежной тыквенной начинкой. Поэтому сперва мы начинку и приготовим. Берем тыкву и нарезаем ее на небольшие кусочки. Кожуру можно не снимать. Главное, нужно постараться, чтобы кусочки тыквы были примерно одного размера. Теперь берем форму для запекания, лучше с крышкой, если крышки нет, можно ее сделать из фольги, и перекладываем туда тыкву. Сбрызгиваем небольшим количеством оливкового масла и хорошенько перемешиваем, чтобы каждый кусочек тыквы был покрыт маслом. Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20 минут, то есть до мягкости тыквы. Точное время приготовления зависит от размера кусочков и от сорта тыквы. Готовую тыкву достаем, немного остужаем и отделяем мякоть от кожуры. Это сделать сейчас очень легко, можно воспользоваться чайной ложкой. Теперь тыкву нужно размельчить в пюре. Столовой ложкой это сделать не получится, поэтому воспользуемся блендером. Перекладываем туда тыкву и измельчаем на максимальной скорости до однородного состояния. Можно, кстати, воспользоваться и погружной насадкой, так как вам будет удобнее. Добавляем к тыкве сахарную пудру. Лучше взять именно пудру, сахаром не заменять. Хотя, если совсем пудры у вас нет, то, конечно, можно и сахар. И вот теперь измельчаем все до однородного состояния. Посмотрите, что у нас получилось. Теперь берем сыр маскарпоне и добавляем весь сыр к нашей тыкве. Маскарпоне придаст невероятную нежность нашей тыквенной начинке. Снова накрываем блендер крышкой и пробиваем примерно 1-2 минутки до того момента, пока сыр полностью не смешается с тыквой. Наша начинка для блинчика или крем готов. Теперь возвращаемся обратно к нашему блинчику. Сперва нам нужно взять круглую форму и поставить ее в духовку примерно на 5-10 минут, для того, чтобы она хорошо разогрелась. Теперь берем яйца и отделяем белки от желтков. Делайте это аккуратно, чтобы желтки не попали к белкам, иначе они будут плохо взбиваться. Желтки немного взбалтываем венчиком, затем добавляем молоко и сахар. Здесь уже можно брать не пудру, а обычный белый сахар. И все хорошенько перемешиваем. Миксером пользоваться не обязательно, можно смешать просто обычным венчиком. И теперь просеиваем муку. Просеивать муку обязательно, так наш блинчик получится воздушным и легким. Снова хорошенько все перемешиваем миксером или обычным ручным венчиком до того момента, пока тесто не получится без комочков. Комочки нам здесь, конечно же, не нужны. Тесто по консистенции будет напоминать густую сметану или тесто для оладьев. Теперь возвращаемся к белкам. Добавляем к ним соль и взбиваем миксером до пышности. Здесь уже ручным венчиком взбить не получится, поэтому лучше воспользоваться миксером. Ручным венчиком взбить можно, но это будет очень долго. У нас должна получиться красивая белая пышная пена. Теперь аккуратно добавляем нашу белую пену к желткам, то есть к нашему тесту. Делайте это аккуратно и перемешивайте тоже аккуратно плавными движениями, чтобы пузырьки теста не полопались. Тесто для нашего блинчика готово. Теперь достаем форму из духовки, смазываем ее сливочным маслом. Затем выливаем наше тесто. Кстати, форма у меня была не очень большая диаметром всего около 20 см, поэтому я разделила тесто на две части. Ставим форму в разогретую до 200 градусов духовку и готовим примерно 25 минут. Затем достаем и поливаем нашим тыквенным кремом. Поливать нужно пока еще тесто горячее. Не надо ждать, чтобы оно остыло. Это просто самый вкусный тыквенный пирог, который я ела. Это блюдо просто невероятно вкусное. Я думаю, что буду готовить его часто на завтрак. Надеюсь, и вам этот рецепт понравился. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.